is in the book of Esther. И одно из самых главных событий в книге Эсфирь. In the Newer Testament, it occurs only once. В Новом Завете оно появляется только один раз. It's in John chapter 19 where it describes part of Pilate's palace. Это в 19 главе Иоанна, где описывается часть дворца Пилата. And John is very careful to note where the action is taking place. И Иоанн очень осторожно, очень внимательно описывает то место, где все происходит. He tells us where Pilate is seated. Он говорит нам, где сидит Пилат. Even though that is largely irrelevant to the story. Даже если это не очень играет большого значения для этой истории. He's making an important point out of an insignificant detail. И он делает особый акцент на этом факте в ряде незначительных фактов. He's doing it to make a connection. Для того, чтобы это чтобы провести параллель. Then by way of themes there are also many parallels. И потом по тематикам, которые есть, тоже есть параллели. In both cases the action is taking place in the court of a foreign ruler. И в обеих историях действие происходит во дворце иноземного правителя. One who is not Jewish. Тех, которые не являются евреями. And you have court officials in both places trying to uphold the law. И также чиновники этого правителя, они пытаются противостоять закону. There are a lot of court officials who are trying to uphold the law. Есть много тех чиновников, которые следят, чтобы закон был тщательно исполнен. And there are all kinds of servants, officials and soldiers. И также есть очень много солдат и слуг. And most of the action takes place at night. И также действие происходит ночью. There's also intrigue in the courts. И также в этом дворце самом происходят различные интриги. Each of the rulers will be asked to approve. И каждого из правителей просят доказать. To approve an evil plot to destroy God's people. Доказать тот злой замысел, разрушить, уничтожить Божий народ. Or to sidetrack God's purposes by carrying out a wrongful execution order. Приостановить Божьи цели в том, чтобы выдвинуть ложное обвинение. All right, by carrying out an unjust execution order. И также неправедное обвинение. Now this raises a question at this point. И тогда у нас возникает вопрос. Who's the hero of the story? Кто является героем истории? The Esther story. В истории с Есфирь. And so, who does Yeshua then reflect? Тогда и кого же отражает Иешуа? Esther or Mordecai? Есфирь или Мордехия? What's your vote? Что бы вы сказали? Да, правильно, оба. It is both. Обоих. Yeshua can represent both Esther's role and Mordecai's role. Иешуа может представить роль Есфири и роль Мордехия. Mordecai is the faithful servant of the king. Мордехий это верный слуга царя. Both the king on earth and the king in heaven. Царя на земле и того царя, который на небе. He's falsely accused by evil men. И его ложно обвиняют злые люди. Haman, by the way, is not alone in the plot. И Аман это не тот единственный, который принимает участие в этом заговоре. And neither, by the way, is the second Haman. И то же самое, то же дело обстоит и со вторым Аманом. The Haman of Yeshua's story, Caiaphas. Каиафа в истории с Иешуа. Esther is a savior who will go alone to see the king. Есфирь это тот спаситель, который идет, чтобы встретиться с царем. She says, if I die, I die. И она говорит, если я умру, то умру. She was willing to die to save her people. Она желала умереть, чтобы спасти свой народ. And I'm sure you see the connection. И я также думаю, что вы в этом тоже можете увидеть связь. Then there are similarities and underlying tone. И также есть в этих историях сходство в основном стиле. You'll remember that Ahasuerus makes Esther queen.
Again? Ахашверош. Мы помним, Ахашвероша делает Есфирь царицей. And of course she is a Jew. И она является еврейкой. Pilate states that Yeshua is the king of the Jews. И Пилат утверждает, что Иешуа является царем евреев. And you'll also remember that both rulers write an announcement in many languages. Both rulers. Что оба правителя, они издают указы на многих языках. Once written, this decree cannot be changed. И когда он издан, то эти указы, эти декреты, они не могут быть изменены. Even the king had to follow the decree. И даже царь должен был исполнять его. It's the law of the Medes and the Persians. И это было законов персов и медян. Now is Pilate telling us the same thing? И Пилат говорит нам то же самое. When he says, "What I have written, I have written." И он говорит, то, что я написал, то написал. It cannot be changed. Что это невозможно изменить. Then there's a lot of falling going on in the book of Esther. People falling. В Эфире мы также видим падение некоторых людей. Esther 7 says that Haman fell on Esther's couch to plead for his life. В 7 главе Эсфири сказано, что Аман упал к ногам Эсфири и умолял ее. Haman's wife warns him. И жена Амана предупреждает его. She says, if Mordecai is Jewish, и она говорит, если Мардохей еврей, you will certainly fall. То ты точно упадешь. And then in a section that's only mentioned by John, и потом в том разделе, который упоминает только Иоанн, the group that comes to the garden to arrest Yeshua, та группа, которая приходит в сад, чтобы арестовать Иешуа, they fall flat on their face. Они также падают ниц на лицо. Bang. Woke you up. Разбудил. In the light of Mordecai's experience, и в свете опыта Мардохея, there is true irony going on. То происходит такая ирония. Why did Mordecai get in trouble with Haman in the first place? Didn't get. Why did? Чему Мардохей попал в проблему с Аманом в первый раз? Do you remember? Помните? He would not bow down or fall before Haman. То, что он не преклонился, не пал перед Аманом. And then part of the justice in the Esther story. И та часть справедливости в истории о Есфире. Is that Haman must honor or bow before Mordecai? Что Аман должен почтить или упасть перед Мардохеем. In the streets in front of all the people. На улицах перед всеми людьми. And then in Esther you have a very interesting phrase. И также в Есфире можно найти очень интересную фразу. It's a phrase you can only find twice in the Septuagint. Такая фраза, которую можно найти только дважды в Септуагинте. The Greek translation of the Hebrew Bible. В греческом переводе еврейской Библии. This phrase is found in chapter 8 and in chapter 9. В 8 главе и в 9 главе. It's the phrase for fear of the Jews. Так как 8:17 и 9:22. For fear of the Jews. Потому что напал на них страх перед иудеями. Found only twice in the Septuagint. Это можно найти только дважды в Септуагинте. Also found only twice in the Newer Testament. И также дважды можно найти эту фразу и в Новом Завете. Would you like to guess where? Угадайте, где? Конечно, в Евангелии от Иоанна. Chapters 19 and 20. В 19 и 20 главах. In our section that we're studying. В том разделе, который мы изучаем. And here's a supreme irony then in the book of Esther. И вот та ирония, которую можно увидеть в книге Эсфирь. The group which was about to be killed becomes that which is feared. Та группа, которую должны были убить, становится той группой, которая теперь боятся. So when John repeats this very unique phrase, и поэтому, когда Иоанн повторяет эту уникальную фразу, it's a clear reference to a very unique time in Israel's history.
Это четкая ссылка на очень уникальные времена в истории Израиля. The enemies of the Jews were actually afraid of them. Так что враги Израиля убоялись их. And in fact, Pilate, by the way, is mentioned as being afraid too. И также упоминается и Пилат, который убоялся. Maybe he had fear of the Jews also. Может быть, у него также был страх перед евреями. Do remember that Pilate's wife warned him. Мы также помним, что жена Пилата предупреждала его. Just as Haman's had warned him. Как и жена Амана предупреждала мужа. Then we move on to similarities in action. Затем мы находим сходство в действиях. I want to talk about two kinds of action. Я хочу поговорить о двух видах действиях. The first is what we would call irony. Первое – это то, что мы назовем irony. Dramatic irony. Драматический irony. Let me give you an example. И я дам вам пример. Right, here are two scenes that are almost the same in the two stories. Так как мы можем видеть два места действий, которые очень похожи в обеих историях. Mordecai is placed in purple robes. Мардохей одет в багряные одежды. He is crowned. Он коронован. And then he's displayed in the city by Haman. Так что публично Аман удостаивает его чести, поклоняется ему на улицах города. Yeshua too is robed in purple. Yeshua также был одет в багряные одежды. He's also crowned. Он также коронован. And he's also put on display, however you translated it the last time. И также он находится в этом месте публичном. By Pilate. Перед Пилатом. Now notice Pilate is connected to Haman. И как вы знаете, что Пилат — это параллель к Аману. By the way, was Haman a good guy? Был ли Аман хорошим? No. Then neither was Pilate, according to John. Нет, и тогда Иоанн, и тогда Пилат тоже был таким же, в соответствии с Иоанна. And that's important for our story. И это очень важно для нашей истории. Now, the result of Mordecai's crowning и как в результате коронования Мардохея is that the crowd cheered him. То, что толпа приветствует его. The result of Yeshua's crowning и результат коронования Иешуа is the soldiers mocked him. То, что солдаты насмехаются над ним. The same set of actions using the same Greek words. То же самое действие, и которое описывается с помощью тех же греческих слов. Describe two very different purposes. И они описывают две различные цели. One is there to honor the person. Одна для того, чтобы почтить человека. The other is there to humiliate the person. А другая, чтобы унизить человека. And you can see the same kind of irony in the accusation that's made against Yeshua. И такую же самость в обвинениях Иешуа. The accusation is he made himself to be the Son of God. Обвинение в том, что он сделал себя равным Сыну Божьему. And that's why he should die according to their law. И это то, почему он должен умереть в соответствии с их законом. Ахашверош, when he honors the Jews, Ахашверош, который почтил евреев, he says the reason for doing this, и он сказал, что he says they should live because they are the sons of the living God. И он сказал, что они должны жить, так как они являются сыновьями живого Бога. And then he praises their just laws. И тогда он хвалит, он почитает их праведные законы. You can see the irony. И вы можете видеть эту иронию. Esther, before she meets the king, Есфирь до своей встречи с царем, is anointed with myrrh and spices. Она помазана миром и благовониями. Now these phrases only appear a few times in the Septuagint. Фраза появляется дважды в Септуагинте. They are not common terms. Это не были обычные слова. But they are in Esther. Но в Есфире это приемлемо. After Yeshua's death, после смерти Иешуа, Yeshua is anointed with myrrh and spices. Иешуа тоже помазан миром и благовониями. As part of his burial. Как часть его погребения.
which is his preparation for meeting the King of Heaven. Что было его приготовлением к встрече царя, царя небес. So once again, the ironic action. Поэтому снова это было ироническое действие. Then you will remember that Yeshua says before he dies. И также вы помните, что Иешуа говорит перед своей смертью. It has been finished. Свершилось. And the word that's used is the word for end. It has been ended. И то же слово, которое использовалось, означает это закончилось, конец. And Yeshua's work, as we know it. И та работа, которую свершила Иешуа. And as Rav Shaul points out for us, и то, на что указывает Равин Шауль, his work produces peace. То, что его работа привела к миру. Now Ахашверос in his decree that Haman got him to sign. И Ахашверос в том указе, которое заставил его подписать Аман. The decree was to kill all the Jews in the kingdom. В том, чтобы убить всех евреев в царстве. And he says, говорит, this will secure peace through an end of their works. Wait, this will bring about peace through an, through the end of their works. In the Bible. Yeah. Wait, just translate it at this point. Это обеспечит им мир и безопасность до конца их дней. All right. Notice again the same words are there. И там используются те же слова. There's the idea of end of works. Say the phrase again. There is the idea of the end of somebody's works. Там также содержится идея окончания чьей-то работы. And it produces peace. И которая приводит к миру. In one case, it's the death of Yeshua. В одном случае это смерть Иешуа. In the other, it's the intended death of the Jewish people. А в другом случае это преднамеренная цель убийства евреев. Now there are some similarities in straightforward action. Yeah, straightforward. Rather than ironic. They're directly connected. Также есть некоторые сходства в прямых действиях в этих историях. The first is seen in the Greek word to crucify. Первое — это можно видеть в слове «распять». В Иоанна 19 можно найти это слово 10 раз. Но во всей Септуагинте только дважды можно найти. И где можно увидеть это слово? Как вы думаете? Esther, of course. Конечно, в книге «Есфирь». The king says concerning the gallows that Haman has built. Gallows. A place where Haman would be hanged. Say the phrase. The king говорит в отношении того столба, которого возвёл Аман. Let him be hanged on it. Чтобы он был повешен там. And the word he uses is the word for crucify. И то слово, которое используется там, это слово распять. And then we have the date that's mentioned in Esther. И затем также в книге Есфирь мы можем видеть дату. We're given the date that the decree was signed for the Jewish people's destruction. Мы можем найти ту дату, когда был подписан указ о уничтожении евреев. It's the 13th day of the first month. Это был 13-й день первого месяца. In other words, the 13th of Nisan. Или же другими словами, 13-й день Нисана. Now any Jewish audience would recognize this day. Jewish. Any Jewish audience would recognize this day. И любой еврейский слушатель, он узнает этот день. It's the day before the preparation for Passover. Это за день до приготовления к Песаху. Now, according to John, и в соответствии с Евангелием от Иоанна, this is the very day Yeshua's execution is determined and sealed. Это был тот самый день, когда Иешуа был приговорен к казни. His execution is sealed by the plot and the predecision of the Sadducees. И то, что было предписано заговором саддукеев.
And not only is this a reference to God's decree, и это является ссылкой не только к декрету Бога, указу Бога, which was given on the same day. God's decree. God's decree, yes. Который был дан в тот же день. His decree concerning, concerning the destruction of the firstborn before they left Egypt. His decree. Бога в отношении уничтожения всех перворожденных. It is also the day of the intent. It's also the day the intended destruction of the Jews. И это также день преднамеренного разрушения евреев, who are also called God's firstborn, которые также названы перворожденными, первенцами Бога. The decree is signed for their destruction. И этот указ был подписан к их разрушению. And then it becomes the day that the Jewish Messiah, и потом это становится тем днем, когда еврейский Мессия, who is also God's firstborn, который также был первенцем Бога, it's the day his death is plotted and determined. Когда был заговор против него и определена ему смерть. According to the Gospels. В соответствии с Евангелиями. And then there's still another amazing piece of evidence linking these two scenes. И затем есть еще одна часть доказательств, которая может связать эти два места действия. Now, what is the name for the celebration that comes as a result of the events of Esther? И как называется то празднование, которое произошло в результате событий, связанных с Эсфирь? Конечно. It means lots. И что означает жребий? It refers to the lots that were thrown to determine the day of destruction for the Jews. И что относится к тому жребию, чтобы определить день уничтожения евреев. And so the book of Esther says that the holiday is named after those lots. И поэтому, как говорится в книге Эсфир, праздник назван в честь этого жребия. Remember that lots were thrown for Yeshua's clothes as he's being executed. И как вы помните, жребий бросали в отношении одежды Иешуа, когда его распяли. Only one gospel writer says this is the fulfillment of prophecy. И только один автор Евангелия говорит, что это исполнение пророчества. Which one? Какой? John. Иоанн. Similarities in vocabulary is next. Следующее это сходство в лексике. John reminds his readers of a statement that Caiaphas had made. Иоанн напоминает своим читателям о том утверждении, которое сделал Каиафа. Now, Caiaphas had made this back in chapter 11. И Каиафа такое сказал еще в 11 главе. But for some reason, John decides to repeat it in chapter 18. Но по какой-то причине Иоанн решает повторить ее в 18 главе. Again, he must be telling us something significant. И снова, наверное, он таки говорит что-то очень важное. And here's what Caiaphas had said. И вот что сказал Каиафа. Do you know the term expedient? Говорит. It's the proper thing for one person to die on behalf of the people. Что хорошо для одного человека умереть за людей. За весь народ. Haman uses the same term in Esther. И Аман использует те же самые слова в книге Эсфир. Talking about the Jews, Haman says to Ахашверос. И разговаривая с Ахашверосом в отношении евреев, он говорит: It is a proper thing for the king to let these people die. Что будет хорошо, чтобы царь сделал так, чтобы эти люди умерли. Same phrase. Та же самая фраза. Now, when Pilate says he can find no crime in Yeshua. И когда Пилат говорил, что он не может найти никакой вины в Иешуа. Of course you remember, since he could find no crime in Yeshua, he sets him free. Когда Пилат не может найти никакой вины, то он освобождает Иешуа. Is that what happened? То ли что это произошло? No, he says,
I can find no crime in this person. Он говорит, я не могу найти вины в этом человеке. And then right away sentences him to death. И потом сразу же отсылает его на смерть. This pilot is not a good guy. Этот пилот не очень хороший. Все равно это то, что он говорил. It echoes the cry of Mordecai. И это перекликается с воскликом Мардохея. A nation that has done no crime. Тот народ, который не сделал никакого преступления, is going to be destroyed. Будет уничтожено. Будет уничтожен. Due to Haman's sentence. И в соответствии с заговором Амана. So then, any young Jewish child, let me suggest. И поэтому я предполагаю, что любой еврейский ребенок, who celebrated the holiday of Esther over and over again, который праздновал праздник Исфири снова и снова, by reading the scroll of Esther or putting on a Purim play, и также читая эти свитки и играя сценку. You know, one of those plays that retells the story of Esther. One of the Purim spiel. Mm-hmm. Одни из тех сценок Пурим шпиль, которая повторяет историю об Исфире. A child who's seen that over and over again in his or her life. Тот ребенок, который видел или видела ее снова и снова в своей жизни. That child would have less trouble seeing similarities in John. То этот ребенок увидит то же самое в Евангелии Иоанна. Parallels to Esther. Эти параллели в книге Исфири. They would have less trouble than scholars of the Gospel of John. И у них было бы меньше проблем, чем у ученых, которые изучают Евангелие от Иоанна. Now, as we look at the two stories, we need to understand something important. И когда мы рассматриваем обе эти истории, нужно заметить. You don't necessarily have the story in the same order. То, что не нужно обязательно рассматривать их в том же самом порядке. Not in both places. И это относится к обеим историям. Instead, what you have is these familiar actions and events. Но вместо этого просто мы находим похожие действия и похожие события. They're sort of swirling around each other. Вокруг друг друга. But someone who knows what these events are all about, те, которые знают, о чем эти события, will certainly recognize the story. Они точно узнают эту историю. Now, this style of reworking Bible stories for later occasions, и такой стиль изучения истории, повторения библейских историй в последующем, and retelling them for new audiences, также пересказывание этих историй новым слушателям. Is what we have called before Haggadic Midrash. И это то, что мы раньше назвали Хагадический Мидраш. But it's clear to know, it's clear, and we should observe this. И также очевидно, и мы тоже должны наблюдать за этим. That the theology or the understanding of the Book of Esther, то, что теология и понимание книги Исфирь также может формировать наше понимание Евангелия от Иоанна. Or at least it ought to. Или, по крайней мере, оно должно так делать. Now, Rabbi Resnick in a book on the Second Temple, period Temple, Раввин Резник в период Второго Храма, he says concerning the high priestly authorities at that time. Он сказал в отношении власти первосвященников в то время. During the Second Temple period, что во время Второго Храма, the high priesthood was a political appointment. Что первосвященничество было назначаемо политиками. It was based on reasons other than merit. И это было основано на других причинах, не связанных с доходом. Often the high priest would be unable to read Hebrew. И часто первосвященники не могли читать на иврите. You know the term aristocrats?
aristocrats who were selected to serve as high priests. Тех аристократов, которых избирали и поставляли в качестве первосвященников. Led such isolated lives. Isolated? Lives. Lives, yes. Что они вели такую изолированную жизнь. Now listen to me carefully. Слушайте меня. They did not know the difference between an ox and a goat. Что они не могли отличить тельца от козла. Now that's pretty bad. Это очень плохо. Now John is reflecting that historical situation. И Иоанн отражает такую же историческую ситуацию. The high priest couldn't speak his own language. Что первосвященник не мог говорить на своем собственном языке. So perhaps when Yeshua was in the court of the high priest. И поэтому, наверное, когда Иешуа был во дворе первосвященника, John would feel that Yeshua was in the presence of a foreigner. То Иоанн чувствовал, что Иешуа был в присутствии иноземца. A foreigner who was trying to influence the ruler, just as Haman. Иноземца, который попытался оказывать влияние на правителя, так же, как и Аман делал. High priest who didn't know his native language and didn't know the animals that lived on his land. Первосвященник не знал своего собственного языка и также не знал тех животных, которые нужно было приносить в жертву. He was truly a foreigner. И он точно был иноземцем. Finally, similarities in purpose were the lessons we can learn. И наконец, сходство в целях. Now you do know that in the book of Esther God's name is not mentioned. И как вы знаете, что в книге Эсфир имя Бога не упоминается. And so in the book of Esther, God is hidden, even though he acts. И поэтому в книге Эсфир Бог скрыт, хотя он и действует в это время. In John, however, the story is this. Однако в Евангелии от Иоанна история такая. The hidden God, namely Yeshua, этот скрытый Бог, которого зовут Иешуа, is revealed when he acts. Он открывает себя тогда, когда он действует. And then the final lesson of the book of Esther. И затем последний урок из книги Эсфир. Is that the situation had been changed in their lives. То, что ситуация в их жизни изменилась. A change, it says, was made for them. И, как сказано, это перемена для них. From mourning to joy. Которая превратила их плач в радость. From sorrow to a good day. Из печали к радостному дню. But doesn't that also describe the situation of the women in John 20? И также в Иоанна 20 главе разве не описывает это состояние женщин? Mourning to joy. Они плакали и возрадовались. Sorrow to a good day. Печалились и пришел радостный день. It's yet another link between the finally triumphant book of Esther. И это конечная параллель, последняя параллель между книгой Эсфир. And the finally triumphant Gospel of John. Между последним триумфом в книге Эсфир и также триумфом в Евангелии от Иоанна. It says Yeshua had said. И там говорится, Иешуа сказал. It has been finished. Свершилось. God has completed his conquest. Бог завершил свою победу. And the Jewish people in the world are saved. They are preserved. Евреи по всему миру спасены. It's the story found in both Esther and John. И это та история, которую можно увидеть и в Есфире, и в Иоанна. It has been completed. Она завершилась. And we have completed this session. И мы завершили наш урок. So take a break. Item D under number one. Также я хочу перейти к второму пункту. And give you just a little more detail about that. Which one? Similarities? Holiday lectionary background. On the same page, page four, number one, letter D. Everybody found it? Нашли все. Last page, under John,
Это в разделе Евангелия от Иоанна. Under Jewish gospel. Под еврейским Евангелием. Fourth one down. И четвертый под буквой D. Holiday lectionary background. Лекционный фон для праздников. Okay, I want to talk about that just a little bit. Я хочу больше внимания уделить этому. John has provided us with three clear clues to understanding his gospel. Иоанн дает нам три основных ключа в понимании своего Евангелия. Number one, the gospel has a lot of long discourses or teaching sections. То, что в Евангелии от Иоанна есть очень большие, очень длинные разделы учения. These discourses are very carefully dated in relationship to the Jewish holidays. И эти учения, они отчетливо связаны с датами еврейских праздников. The place of preaching is usually the synagogue, the temple, or the temple courts. И место проповеди обычно происходит в синагоге, в храме или во дворе храма. In other words, in very, very Jewish places. Или другими словами, в очень, очень еврейских местах. So the second clue is that these discourses are dated in relationship to the holidays. Поэтому второй ключ то, что эти рассказы они связаны с праздниками. And the preaching takes place in the synagogue and the temple. Проповедь происходит в храме и в синагоге. Remember, Yeshua had said in this gospel. И вы помните, Иешуа сказал в этом Евангелии. I have spoken openly to the world. Я говорил открыто миру. I have always taught in the synagogues and in the temple. Я всегда учил в синагогах и в храме. Where all the Jews come together. Там, где собираются все евреи. Okay, then our third clue is. И третий ключ. The miracles that we have in this gospel. Те чудеса, которые описаны в этом Евангелии. Are brought together with the discourses as a way of illustrating the argument of the discourse. Say it again. Okay, the miracles in this gospel are brought together with the discourses. Те чудеса, которые даны в этом Евангелии, они сведены вместе. They are a way of illustrating the argument of the discourse. What argument of discourse? They are a way of illustrating what the main point of the discourse is all about. И иллюстрируют основную суть рассказа. All right. In other words, the emphasis is Yeshua is a great preacher. Или другими словами, что Иешуа является великим проповедником. A great preacher of the word. Великим проповедником слова. Of course, that makes sense given the beginning of the gospel. И, конечно, это составляет смысл, особенно в начале Евангелия. Where he's called the word. Когда он назван словом. Now John seems to have preserved a separate tradition of Yeshua's sermons. И также кажется, что Иоанн сохранил отличающуюся традицию в том, чтобы описывать проповеди Иешуа. These sermons are not found in the other gospels. Эти проповеди невозможно найти в других Евангелиях. In fact, they're very similar to the form of preaching we know in the synagogue. It's called drash. И эта форма проповеди была очень подобна тем, которые были в синагоге, в синагогах и называются драш. And then he's arranged these sermons against the background of the Jewish holiday cycle. И затем Иоанн формирует все эти проповеди на фоне еврейских праздников. He follows the regular order of the feasts. И он следует за естественным порядком обычных праздников. And then he emphasizes the theological point of each discourse. И потом делает особый акцент на теологическом значении каждого рассказа. By linking it with the record of some carefully selected miracle. И также связывает их с очень аккуратно записанными воспоминаниями чудес. And he calls the miracle a sign. И чудеса он называет знамение. Now this is a significant Hebrew word. И это очень важное еврейское слово. It's the word ot. Это слово ot. It's used in Isaiah 7:14. И это слово используется в Исаии 7:14. That's the sign that God gave that
the Messiah will be born of a virgin. Это то знамение, которое дал Бог, что Мессия будет рожден от девы. The term sign is also used for the 10 plagues. Также слово знамение используется в отношении 10 казней. And because he uses the term sign here as well in John. И так как это слово знамение используется в Евангелии от Иоанна. He reminds us therefore that Yeshua is the Messiah. Он снова напоминает нам, что Иешуа есть Мессия. But in some sense also the second Moses. Но и также в другом смысле он является и вторым Моисеем. Who also performed signs. Который также который делал знамения. So the general pattern that you find in the Gospel of John. Поэтому общую модель, которую можно найти в Евангелии от Иоанна. Is feast, miracle, discourse. Это праздник, чудо и рассказ. I'll give you an example from chapter 6. И я приведу вам пример, который записан в 6 главе. There's first the mention of the feast of Passover. Где мы можем увидеть первое упоминание праздника Песах. Then you have the healing. You have the feeding of the 5,000. Затем происходит насыщение 5,000. The miracle. Чудо. And then the discourse on the heavenly bread. И затем рассказ о небесном хлебе. And this was preached in the synagogue at Capernaum. И эта проповедь была в синагоге в Капернауме. And in fact, it was based on the passage from the Old Testament. И в действительности она даже была основана на отрывке из Ветхого Завета. That was normally read in the synagogue at that season. Которые обычно читали в синагогах в этот период. The story of manna. Историю о манне. So here the miracle illustrates the discourse. Поэтому это чудо иллюстрирует рассказ. And then both are closely connected to the themes of Passover. И оба они связаны очень тесно с темой о Песах. And then in chapters 7 through 9 there's the mention of the festival of Sukkot. Затем с 7 по 9 главы идет упоминание праздника Суккот. And then you get discourses on the theme of Yeshua as the giver of the living water and as the light of the world. И затем идет рассказ об Иешуа как о живой воде и как о свете миру. And then finally you have another miracle. И затем идет последнее, еще одно чудо. The healing of the man born blind. Исцеление слепорожденного. And again, the discourses and the miracles and the miracle are closely connected with the main features of the festival of Sukkot. И снова это чудо и этот рассказ, они связаны с основными тематиками праздника Суккот. At least with the main features that were familiar to the people during the Second Temple period. По крайней мере, с теми чертами праздника, которые были знакомы людям в период Второго Храма. And these were the water pouring ceremony. И это была церемония возлияния воды. And the all-night illumination of the temple court. Также освещение храма во время всей ночи. And then all of this is connected with the scriptures from the Old Testament. И также это связано с местами из Ветхого Завета. That were read during the feast in the first century. Которые читали в период праздника в первом веке. So this lets us know something important about the gospel. И поэтому это наталкивает нас на очень важную мысль в отношении Евангелия. A very important starting point for interpreting the gospel. Очень важный момент для того, чтобы толковать Евангелие. Is to be found in the Jewish temple worship. Его можно найти в поклонении в храме. In the preaching of the synagogue. Также проповеди в синагоге. And in the Jewish holiday celebrations. И в праздновании еврейских праздников. Now let's consider chapters 7 through 10 in a little more detail. И давайте рассмотрим главы с 7 по 10 в еще более подробных деталях. Now there are many people who have pointed out that the discourses at the festival of Sukkot.
И как многие люди указывали, что эти рассказы на праздник Суккот. These teachings that are found in chapter 7 and chapter 8. И эти учения, которые можно найти в 7 и 8 главах. They are connected with the two ceremonies that were an important part of the temple service during this holiday. Можно найти в двух церемониях, которые были важны в во время праздника. Again, the ceremony of water drawing and of lighting up the temple courtyard. Церемония возлияния воды и зажжения света в храме. The account of the water drawing is given in the Mishnah. И рассказ о возлиянии воды можно найти в Мишне. Which of course is the core of the Talmud. Что является центром, сутью Талмуда. The people would the priest would take a golden pitcher that he would fill with water from the pool of Siloam. То священники брали золотой кувшин и наполняли его водой из источника Силаам. And he would lead a great parade or procession. И также он возглавлял большую процессию. Complete with the blowing of trumpets. Сопровождавшуюся трубным звуком. Through the water gate and up to the temple. Через водяные ворота в направлении храма. Now there were two pipes beside the great altar in the temple courtyard. Pipes. Были две трубы. Два шафара. Было два шафара по обе стороны алтаря, который находился во дворе храма, в храме. The water was poured into one of the pipes. И вода возливалась в один из шафар. Wine was poured into the other one. И вино лилось в другой шафар. An interesting image. Это очень интересный образ. You will recall that image occurs later on in the Gospel of John. И такой же образ можно встретить позже в Евангелии от Иоанна. As Yeshua dies, когда умирает Иешуа, water comes out of his side, то из его бока выходит вода, along with blood. И кровь. Wine is often called the blood of the grape. И что часто вино называют кровью винограда. By the way, it's also interesting if you know something about ancient Jerusalem. И также очень интересно, если вы знаете древний Иерусалим. That with so many sacrifices taking place there on the Temple Mountain, the Temple Mount. С теми всеми жертвоприношениями, приносимыми на храмовой горе. There had to be some way of flushing or draining the blood from off the Temple Mount. Что должен был быть способ, с помощью которого можно было спускать кровь оттуда. So there were channels built under the altar on the Temple Mount. Поэтому на храмовой горе были построены channels like каналы. And when the rains came, и когда шел дождь, they would flush the blood out through those channels. То таким образом вся кровь она стекала по этим каналам. And they would come out through a specific place in the temple mount wall. И она выходила у особого места, которое называлось храмовая temple mount wall. The wall of the temple mount. У стены храмовой горы. Now, if you were walking past the city of Jerusalem at just the right time, и если бы вы шли по Иерусалиму в нужное время, you would actually get to see the blood and the water flowing from the Temple Mount. То вы бы могли увидеть, как вода, смешанная с кровью, стекала с храмовой горы. Interesting picture that John reminds us of, isn't it? Это очень интересная картина, которую который напоминает нам Иоанн. But that's not part of our story here. Let me get back to this story.
Но это не часть нашей истории. Возвратимся снова. We were talking about the water being poured out by the altar. И мы говорили о том, как вода выливалась возле алтаря. Interestingly, the Jerusalem edition of the Talmud. И также, что Иерусалимский Талмуд. Connects the water drawing ceremony with the gift of the Spirit of God. Связывает церемонию возлияния воды с дарованием Духа Святого. And here is what it says. И вот что говорится там. Why is the name of it called the drawing out of water? Why is the name of it, the ceremony, called the drawing out of water? Почему эта церемония называется возлияние воды? Because of the pouring out of the Holy Spirit. Из-за того, что было возлияние Духа. According to what has been written. И в соответствии с тем, что написано. With joy will you draw water out of the wells of salvation. Что с радостью ты будешь черпать воду из источника спасения. Now think of the words that Yeshua spoke at this feast. И также подумайте о тех словах, что сказал Иешуа на этом празднике. He says, if any of you are thirsty. И он говорит, если кто-то из вас жаждет. Come to me and drink. Приходите ко мне и пейте. Because the one who believes on me. Потому что тот, кто поверит в меня. The scripture says this. И Писание говорит. Out of his belly will flow rivers of living water. Из чрева его потекут реки воды живой. And then John says this. И затем Иоанн говорит. To interpret Yeshua's words. И объясняет слова Иешуа. This he spoke of the Spirit. Это он сказал о Духе. Which they who believed on him were to receive. Которые те, которые верят ему, должны будут принять. A direct connection with the symbolism that we find in the Talmud. Это была прямая связь с тем символизмом, с теми символами, которые упомянуты в Талмуде. The connection of the water drawing ceremony and the giving of the Spirit. Связь возлияния воды с дарованием Духа. So it appears that just when the ceremony was taking place. И поэтому видно, что то время, когда происходит эта церемония. Yeshua stood up and said, "If you're thirsty, come to me and drink." И Иешуа встает и он говорит: "Если вы жаждете, приходите ко мне и пейте." Beautiful connection. Это очень интересная, красивая связь. Now let's remember the other ceremony. И давайте вспомним о второй церемонии. The all-night lighting up of the women's court of the temple. Yeah. The all-night. Yes. Зажигание свечей в женском дворе. Двор женщин. В дворе женщин. And this was accompanied by a torchlight dance, or a dance with torches. В процессе которого был танец с факелами. The Talmud tells us this. И в Талмуде написано. There were two golden candlesticks, 75 feet high. Что было две золотых. About 25 meters. Свечи приблизительно. Было две миноры, золотые, 25 метров высоты. 25 метров. Okay. 25 meters high. Okay. The Talmud says this about the ceremony. И Талмуд говорит следующее о церемонии. The light was so great. Что свет был настолько ярок. That every courtyard in Jerusalem. Что любой двор в Иерусалиме was lit up. На нем также отражался свет. And at this time Yeshua stands up and says, и в это время Иешуа встает и говорит, I am the light of the world. Я свет миру. He who comes to me will not walk in darkness, тот, кто придет ко мне, не будет ходить во тьме, but will have the light of life. И у него будет свет жизни. And then in chapter 9 we have the miracle. И потом в 9 главе мы видим это чудо. A miracle of illumination. Чудо illumination of what? Освещение физического и духовного. The miracle of a man born blind. И чудо с человеком, который был рожден слепым.
So the ceremony during the temple days. И поэтому церемония во времена храма. Provides us with the key to the discourses and the miracle in chapters 7 through 9. Предоставляет нам ключи к рассказам и чудесам, которые описаны в 7 главе. And then we come to the parable of the good shepherd in chapter 10. И затем в 10 главе мы находим притчу о добром пастыре. And in the middle of this story, or in the middle of this parable, and the conflict that it raises. И в середине этой притчи и того конфликта, который возникает. John reminds us it was Hanukkah time. Иоанн напоминает нам, что это был праздник Хануки. Now, at this point in our discussion. И к этому моменту в нашей дискуссии. We might be tempted to look for some of the ceremony connected with Hanukkah. Мы также можем захотеть посмотреть на некоторые церемонии, связанные с Ханукой. To give us some sort of clue to the interpretation of chapter 10. Чтобы найти хоть какие-то параллели для понимания 10 главы. Just like Pesach and Sukkot gave us understanding for chapter 6 and chapter 7 through 9. Так же, как и Песах и Суккот могут дать нам понимание для 6 и 7, 9 глав. But the main feature of the Hanukkah ceremony is the lighting of candles in the homes. Но главная черта праздника Хануки – это зажигание свечей по домам. And this seems to have no connection to the parable of the Good Shepherd. И кажется, что в этом нет никакой связи с притчей о добром пастыре. But have we made a mistake then? Сделали мы какую-то ошибку тогда? In trying to bring these connections together? В том, чтобы провести параллель. And you know the answer as to why we have not made a mistake. И вы знаете тот ответ, почему здесь нет никакой ошибки. Because I already mentioned it earlier. И я упоминал это уже раньше. Yeshua's teaching at Hanukkah does not depend on the ceremony of Hanukkah. Что учение Иешуа на праздник Хануки не зависит от церемонии праздника. But is closely connected to the themes of Hanukkah. Но очень близко связано с темой Хануки. Remember his emphasis on miracles as part of the discourse. Помните о его акценте, о том, что он подчеркивал чудеса. And even more closely is it connected with the readings in the synagogue at this holiday. И также еще больше это связано с чтением Торы в синагогах. Because nearly all of these readings have to do with the theme of sheep and shepherds. Потому что почти все эти чтения в синагогах связаны с темой овец и пастухов. Of God, the great shepherd of Israel. Бога, великого пастуха, пастыря Израиля. And of the coming shepherd prince. И грядущего принца-пастыря. The shepherd prince who, like God himself, will be the shepherd of the people. Который, как и Бог, будет пасти людей. So the synagogue lectionary system. Поэтому это лекционная система синагоги. The cycle of readings that goes on in the synagogue each week. Тот цикл чтения, который происходит в синагоге каждую неделю. Specifically the readings connected with the holidays. И специфически относящиеся к чтению на праздники. Are a very important key. Are a very important key to understanding the Gospel of John. Очень важные ключи в том, чтобы понимать Евангелие от Иоанна. It almost seems as if the gospel appears to be a messianic commentary. И можно назвать также Евангелие это мессианским комментарием. A commentary on the holiday readings. Комментарием на праздничные чтения. And in this sense, they function very much like another midrashic piece of literature we've mentioned before. И в этом плане он может функционировать как и другие другая литература мидраш. Which also gives a commentary on the holidays on the and their readings. Который также дает комментарии на праздничные чтения. It's called Pesachti Rabbati. Которое называется Rabbati. Again? Pesachta Rabbati. Которая называется Песахта Рабати. So we have a messianic Песахта Рабати. И поэтому у нас есть
Мессианская Песах та Рабати. Good. So the order of the gospel follows the cycle of the Jewish holiday readings. И порядок Евангелия следует за циклом еврейских праздников. And these mentions then of the Jewish holidays are quite intentional. И также упоминает, что эти праздники, они упомянуты преднамеренно. And in fact, they're absolutely foundational or fundamental to the structure of the gospel and its understanding. И что праздники, они фундаментальны для структуры Евангелия и для его понимания. So then, the point of the book. И главная суть этой книги. The whole of the Jewish system of life and worship. Что вся еврейская система жизни и поклонения Богу. The Jewish festivals and the Jewish traditions. Еврейские праздники, еврейские традиции. Jewish concepts and expectations. Еврейское понятие и ожидания. Like the expectations of the Messiah. Как и ожидания Мессии. Jewish images such as those of Esther, Mordecai, and Judah Maccabee. Еврейские образы, такие как Есфирь, Мардахей или Маковеи. This whole system of Jewish life and worship. Это вся система еврейской жизни и поклонения. Focuses on Yeshua. Фокусируется на Иешуа. According to John. В соответствии с Евангелием от Иоанна. And finds its fulfillment in Yeshua. И также находит свое исполнение в Иешуа.